После выпуска передачи под названием «Рынок шкур» на Малахова посыпалась критика и обвинения. Обвинения и критика посыпались от героев его программы. Его обвинили в том, что Андрей выставил всех как распущенных девиц, готовых на все ради денег, а вот себя позиционировал как белого лебедя. Участницы его ток-шоу рассказали, что именно Андрей Малахов знакомил их с состоятельными кавалерами и нередко уговаривал самих обращать внимание на определенных людей. С какой целью Андрей это делал, им неизвестно. Конечно, он делал это не ради денег, а скорее всего ради получения иной выгоды в виде влиятельных друзей. Эту информацию Андрей опровергает, уверяя, что никакой выгоды не преследовал, а если и знакомил, что было не так часто, как говорят участницы, то это было без каких-то намеков на отношения. Просто знакомил подруг с друзьями и все. У некоторых из них завязались отношения, а у некоторых нет. Я знакомил своих подруг со своими друзьями, и так получилось, что три пары создали семьи, в которых уже есть дети. Не вижу тут ничего осудительного. Мне кажется, что участницы слишком эмоционально приняли программу. В ней нет ничего плохого. Думаю, пройдет время, они пересмотрят выпуск еще раз и поймут, что там говорилось совсем о другом. Надо просто немного времени.